Добрый вечер. В прямом эфире на ТНВ новости Татарстана. В студии Лисан Сабирова. И вначале коротко о главных событиях этого дня. Сумасшедший камбэк и домашняя победа в Лиге чемпионов. О том, как чествовали уже легендарный клуб «Зенит» Алмаз Гафиятов. Один такой на все Поволжье. Старт. Чем займется новый завод в Улубуге, узнал Дмитрий Аренин. Цены на бензин снова пошли вверх. Мне это очень заметно, очень затратно. Сколько теперь тратят водители? У Альбины Минибаевой. Новые дороги, социальные объекты. Генплан – это сложнейший стратегический документ. Как изменится Казань по новому генплану? В репортаже Анны Городновой. Нет вершин, которые бы им не покорились. Казанский «Зенит» в четвертый раз подряд выиграл Европейскую лигу чемпионов. Причем сделали это они в Казани при полных трибунах баскет-холла. В их копилке теперь победа в чемпионате России, кубки и суперкубки страны, золото в клубном чемпионате мира и Лиге чемпионов. Сегодня триумфаторов чествовали в Казанском Кремле. Эмоции вместе с командой пережил Алмаз Гафиятов. Эти победные мгновения зенитовцы испытывают вот уже четвертый раз подряд. Однако это чемпионство было с особым колоритом. Во-первых, клуб был основан в этот же день 18 лет назад. Во-вторых, после долгих скитаний по Европе финал четырех наконец доверили провести спортивной столице России. Этого события в Казани ждали все. Казанский «Зенит», который выиграл в своей истории практически все награды, наконец-то это сделал у себя дома. И эта победа, она очень знаковая. Сегодня клуб празднует свое 18-летие. И эта игра стала заключительной у одного из лучших игроков всей планеты, Вильфреда Леона, в составе казанского клуба. Вот они, чемпионы! В тот момент, когда Леон взял в руки микрофон, у многих на глазах слезы. Этот 24-летний кубинец, пожалуй, одна из самых ярких фигур в современном волейболе. Его сравнивают с Роналдо в футболе и с Майклом Джорданом в баскетболе. Эта игра стала заключительной для Леона в составе «Зенита». Леон лучший в мире, наверное, это факт. Поэтому таких игроков, я думаю, больше в мире нет. Вот. Но это жизнь, поэтому у Лео теперь своя дорога, у «Зенита» своя. Поэтому, к сожалению, приходится прощаться с Лео. Ну и, конечно, эта команда чемпионская, это чемпионский состав. Вечером чемпионство, утром награждение у президента. Владимир Олекна и Максим Михайлов награждены медалью ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Также шести игрокам и врачу команды вручили медаль за доблестный труд. Вы привносите в нашу республику вот такие победы, они очень важны. Благодаря вашим спортивным достижениям волейбол в республике получает новый импульс к развитию. Уверен, вы и дальше будете радовать нас своими победами, хотя не всем это нравится, ваши победы, но нам это очень нравится. Победа без всякого преувеличения. Это огромная-огромная заслуга наших болельщиков. Они выдержали, вынесли нас на руках, они трансформировали тяжелые для нас моменты в позитив. Вот, играть все сейчас говорят не о медалях, не об этой победе. Все говорят только о публике, зал, организации, как болели. Год выдался золотым. За сезон казанский «Зенит» выиграл все 5 турниров, в которых участвовал. Чемпионат, кубок и суперкубок России. Клубный чемпионат мира и вот сейчас Лигу чемпионов. Алмаз Гафиятов, Ильшат Мухаметов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Первый на все Поволжье в особой экономической зоне Алабуга сегодня открылся сервисный металлоцентр. Это совместное производство завода «Джошкунос» Алабуга и Магнитогорского металлургического комбината. Для Татарстана это локализация выпуска тех изделий, которые необходимы для нашего автомобилестроения. Как это отразится на ценах на машины, узнал Дмитрий Аренин. Команда дана, и конвейер дает первую продукцию. Почти все делает автоматика. Линию обслуживают всего 2 человека. Сервисный металлоцентр «Алабуга» стал первым подобным в Поволжье. Ближайший такой находится в Калуге. Инвестиции в проект превысили 1 миллиард рублей. Это только начало нашего сотрудничества с Магнитогорским металлургическим комбинатом Челябинской области. Вот это реально на
горизонтальных связях мы двигаем экономику нашей страны. На церемонию открытия приехали губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Очень много очень хороших проектов. Это один из них. И то, что в принципе мы точно получаем синергию, которая дает и новый экономический толчок в нашем развитии. Ну а соответственно, мы все работаем на то, чтобы жизнь наших граждан стала лучше. Уверен, что этот проект дает этот результат. Изделия завода представляют из себя вот такие вот рулоны стальных листов. Из них потом будут штамповать детали для кузова автомобилей. И таких заготовок в год завод сможет выпускать 60 тысяч тонн. Производство позволит замкнуть полный цикл российским производителям и иностранным автоконцернам, которые работают в нашей стране. Так продукция пройдет для производства Джошкуна Салабуга, который расположен по соседству с новым заводом. Конечно, когда есть преимущество в логистике, это положительно сказывается и на качестве. С точки зрения покупателей, мы можем гарантировать достаточно значительную часть своей себестоимости в рублях, который не будет подвержен девальвации и колебаниям цен, то, что сегодня на рынке происходит. Строительство завода заняло полтора года. Отметим, что здание впервые построила управляющая компания «Алабуги». Помещение будет сдаваться резиденту в аренду. В особой экономической зоне этот завод стал 24-м по счету. Дмитрий Аринин, Марат Саидгараев, ТНВ, «Алабуга». Если автомобильная отрасль стремится уйти от зависимости от внешних факторов, то ждать этого на рынке топлива не стоит. Здесь цены диктует биржа, и они вновь поползли вверх. Причем второй раз за месяц и сразу на рубль. Теперь литр 92-го стоит не меньше 39 рублей. Чем это связывают и чего ждать к зиме? У Альбины Минибаевой. 37 дизель. Я дизель не справляюсь. 37 стоит, а здесь 41. В натуре. В глазах у водителей не самое приятное удивление. Теперь литр 92-го отпускают за 39,20. 95-го за 41,80. Рост примерно на рубль. Это я заправлял 500, это, допустим, ну, где-то 6 литров, но сейчас чуть меньше тоже. Отражает цены на всех категорий людей. Вот в чем дело. Это, ну, все равно нехорошо. Надо тормозить все это. Меньше чем за месяц дабл повышение. Сначала в апреле нефтедилеры обратились в топливную комиссию при правительстве Татарстана с просьбой повысить расценки для рентабельности. Так 92-й предлагали поднять до 41 рубля за литр. И цены поднялись, да так, что водители теперь просят притормозить. Только за эту весну это уже второе повышение цен на бензин. Первый раз ценники пересмотрели 21 апреля. Что будет дальше, даже руководители автозаправок не знают. Все зависит от биржи. Биржа растет, все растет. То есть примерно такие комментарии. Руководитель АЗС Анатолий Косолапов говорит по-другому. Оптовики пока и не объясняют повышение. Цены регулирует, как правило, петербургская биржа. АЗС приходится только подстраиваться. Сыграл и сезонный фактор. Весной бензин берет курс на повышение. Естественно, это влияет на организации, на себестоимость. В этой ситуации зарабатываем не мы, просто ретранслируем ту ситуацию, которая есть на рынке. В республике тоже ссылаются на отпускные цены на топливо. Причиной роста розничных цен моторных топлив является повышение отпускных цен моторных топлив. Руководство ФАС России заявило, что цены на бензин могут обогнать инфляцию. Это в случае, если стоимость нефти достигнет 120 долларов за баррель. Поэтому ФАС внес свои предложения Минфину. Мы же понимаем, что в последнее время существенно акцизы были увеличены. Мы предложили министру финансов Антону Силуанову нашу идею – возродить так называемые плавучие акцизы. По прогнозам, цены на бензин останутся на уровне инфляции. Эксперты ждут зимы и сезонного снижения. Альбина Минибаева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Казань готовится утвердить новый генплан развития города. Последний документ должен был действовать еще 2 года. Но демографический скачок и темпы развития столицы вынудили разработать новый до 2035 года. Генплан опубликован в открытом доступе и уже вызвал массу недовольств. Из-за строительства дорог могут снести десятки домов в поселках. Что предлагают жителям взамен, узнала Анна Городнова. Получается, вот она вот так пойдет. Вот так, видимо, туда. В этом доме в поселке Карьер Эльмира Хаймурзина живет с рождения. А теперь ее семья и 2 детей. Только недавно сделали пристрой, а месяц назад узнали, что на участке может появиться дорога. Получается, сейчас собственники здесь я, моя мама, муж. Мы вот для себя сделали раздельное жилье. У нас 2 кухни.
А получается, как собственники-то нам одну территорию дают? Ни на что и никуда я отсюда не хочу уходить. Мне ничего не надо. 37 лет уже живем. Вот эти самолеты над нами летают, по ним будем скучать. Как уже изучили карту местные жители, вот здесь будет дорога в 4 полосы. И начнется она от улицы Адарадского, потом через Казанку, через этот поселок и к федеральной трассе М7. Под снос могут пойти десятки жилых домов и даже мечеть. Переживают за свои дома и в Больших Клыках, и в Новой Сосновке. На собраниях жильцы собирали подписи против. Как сегодня заявили в исполкоме, планы на большинство трасс были заложены еще в 60-е годы, а часть построек – самострои. В собственность очень многие здания были приведены не решением города, а решением федеральных наших структур в соответствии с дачной амнистией. На самом деле ни ГПЗУ, это градостроительный план земельного участка, ни разрешение строительства в таких коридорах дорог, будущих строительных дорог, не выдавались никогда. Когда генпланы финансирования утвердят, дома, возможно, выкупят. Все спорные моменты вынесут на публичное слушание. Кто-то говорит о том, что не предупредили, это бессмысленно, это невозможно предусмотреть и предугадать. Еще раз повторю, что все решения в генплане предложены специалистами, профессионалами, градостроителями на основе глубокого анализа и выбранные среди нескольких вариантов, которые были возможны. Публичные слушания по новому генплану стартуют 29 мая. На них вместе с жителями обсудят транспортную, инженерную, социальную инфраструктуру. Все, как будет развиваться город до 2035 года. Место и время в каждом районе появится на официальном сайте города. Анна Городнова, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Звукооператора и администратора парка Тукаев в Нижнекамске уволили после инцидента с трансляцией нецензурной версии сказки. Напомним, 2 дня в парке народный персонаж Шурале ругался матом. Внутренняя проверка выявила халатность сотрудников. Свою проверку начала и прокуратура республики. Результаты будут известны в ближайшее время. Об этом сегодня заявил мэр города Айдар Метшин. Безусловно, это вопиющий случай. Я хочу сегодня извиниться перед жителями нашего города, перед отдыхающими в парке чтения отдыха имени Габдулла Тукая за этот не поддающийся никакому оправданию случай. Это новости Татарстана, и смотрите далее. О футболе не понаслышке. Чтобы все ребята прониклись и ждали это событие. За месяц до чемпионата мира в Казани рассказали об истории мирового футбола. Почему именно он сплачивает континенты, узнавал Рамиль Шайдулин. Со всего мира на вторую родину. Мы чувствуем гордость за нашу страну. С открытия всемирных игр юных соотечественников в Казани. Лина Зинатулина. Мусульмане готовятся к священному месяцу Рамазан. Завтра во всех мечетях республики прочитают первый тарових намаз. А уже в среду первый день поста. В какой день пройдет республиканский ифтар? И какой в этом году размер фитр садака, милостыные разговения? Далее в сюжете. На торговых прилавках изобилие, но больше всего в эти дни уходят финики. Их зачастую мусульмане используют на сухур и разговение. На рынке предлагают товар из Ирана, Туниса и Алжира. Сами вкусы, сами качественные финики, которые... Уже завтра закат ознаменует начало священного месяца Рамазан. Во всех мечетях прочитают первый тарових намаз. А в среду с рассветом начнется ураза, пост. В течение месяца от рассвета до заката мусульмане полностью откажутся от еды, воды и искушений. На сайте можно будет у нас увидеть, в каких мечетях будут проводиться ифтар ежедневные. Таравих будет проводиться в каждой мечети, но примерно в 40 мечетях по всей республике будет читаться хатам полное прочтение Корана. В месяц Рамазан принято платить милостыню разговения. Ее размер в этом году 100 рублей. Тем, кто выплачивает закат, то есть обеспеченным, 600 рублей. Те, кто не сможет поститься, должен выплатить фидию 200 рублей в день. Республиканский ифтар организует на 10 тысяч человек. В этом году он пройдет 2 дня. 26 мая для мужчин, 27 мая для женщин. В академии тенниса есть 2 зала больших, куда умещается по 5 тысяч человек. В одном мы будем читать намаз, а в другом будем пройти ифтар. Поэтому было принято решение, что мы не зависели
от климатических условий. Плов будет готовиться в департаменте питания. У нас столы будут поинтересней, мы что-то добавим. Для тех, кому не хватит места, раздадут ланчбоксы. В проведении фтара помогут волонтеры, а постящихся к академии подвезут на автобусе. Стоянки для личного транспорта не будет. 16 мая муфти начинает электронную консультацию. Завершится пост 15 июня праздником Ураза Гайта. Лисан Сабирова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Встречаться с болельщиками, знать о футболе абсолютно все, будучи при этом ватерполистом. Сегодня о миссии посла чемпионата мира по футболу рассказал знаменитый спортсмен и депутат Госдумы Ирик Зинуров. Это его не первый опыт в качестве посла. Он уже выполнял эту миссию на универсиаде, чемпионаты мира по водным видам спорта. Кроме Зинурова, послы Мундиаля – это Сергей Рыжиков, Ильмир Набиуллин, Ильмира Калимуллина и Екатерина Скулкина. В дни чемпионата они будут встречаться с футбольными болельщиками. Ирик Зинуров отметил, что постарается лично оказаться на каждом футбольном матче в Казани. В каждой игре будут выступать гранды мирового футбола. Это и Франция, и Испания, Колумбия, Германия. То есть в каждом матче можно посмотреть, получить очень много для себя, как удовольствие, но депутатская моя деятельность сейчас может этого не позволить, потому что у нас сейчас очень строгий график. По расписанию футбольный урок в Казанском IT-лицее сегодня необычное занятие. Ровно за месяц до первой игры Мундиаля волонтеры чемпионата рассказали ученикам о самом главном – кого из звезд ждать в Казани, сколько болельщиков вместит Казань-арена и почему учение – свет. Об этом Рамиль Шайдулин. Ребят, вы знаете, как называется часть ворот? Штанга. Штанга. Обидно, да, когда футболист попадает в штангу? Они любят играть в спортзалах, но никогда не выходили на большое поле. Знают правила, но не историю, которую на пальцах семиклашкам объясняют волонтеры предстоящего чемпионата мира. Ровно за месяц до первого матча в IT-лицее футбольный урок. Потому что спорт – это жизнь, и если они играют, это хорошо, если они знают о спорте, это тоже замечательно. Сама Таскаров болеет за сборную Португалии, но если они не приедут в Казань, то за их игрой поклонник Роналду будет следить по телевизору. Следить за красотой игры великих футболистов – это всегда интересно, как они обводят, винтят. Бегают. Не только смотреть за Мундиалем, но и понимать, почему за ним будут следить всем миром. Конечно же, из-за игры звезд и того, как они владеют футбольным мячом. Это мяч чемпионата мира. Телстар 18 – официальный мяч чемпионата. Таким будут играть на Казань-арене, Фиште, Санкт-Петербурге и всех 12 стадионах Мундиаля. О том, как, где и за какие сроки их построили, говорят волонтеры. Ознакомиться с основными миссиями, которые несет FIFA, да, и преследует FIFA, с тонкостями организации этого крупнейшего футбольного турнира. А если внезапно ребята услышат в Казани французский и английский языки, то будут знать, что скоро первая игра в Татарстане. На матч сборных Франции и Австралии Казань-арена ждет больше 20 тысяч иностранцев. Рамиль Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Мамадышские полицейские будут охранять сборную Колумбии по футболу. Сегодня 24 сотрудника отправились в Иннополис за инструкциями. В командировке они проведут 66 дней. Напомним, в Казани сборная Колумбии сыграет 24 июня. Их соперниками станут польские футболисты. Гольф в массы. В Татарстане официально стартовал летний сезон игры. На самой известной гольф-площадке республики теперь могут играть не только спортсмены, но и любители. Почему в гольфе важно думать, узнал и Рамиль Шайдулин. Мяч отправляется далеко за горизонт, значит, игра будет долгой. До самой дальней лунки, лес и водоем. Но это не помешает победе, если соблюдать все правила. Со стороны кажется, что это все легко. На самом деле нет. Не так легко попасть по мячу. Для каждой лунки своя клюшка. Но как бить, чтобы всегда попадать? Тактика Савелия Шаронова, серебряного призера чемпионатов России и Татарстана, проста. Сначала думать, а потом бить. Как и в школе надо все учить. Учитывать скорость ветра. Если играть на полях. Секреты побед от директора гольф-клуба. С этого года для желающих здесь проводят мастер-классы. Чтобы доказать, играть в гольф может каждый. Гуляет стереотип всегда у нас в России, что гольф – это элитарный вид спорта, да, только для ограниченного круга людей. Абсолютно нет. То есть приехать поиграть может абсолютно любой человек. Взрослые и дети, любители и начинающие. На этих холмах рады всем, для кого гольф – это настоящая страсть. Каждый день с 9 утра и до 9 вечера. Рамиль Шайдулин, Марат Саидгараев, ТНВ, Верхнеуслонский район.
7 видов спорта, 60 стран и 650 участников. Такими масштабными в этом году получились Всемирные игры юных соотечественников. Они сегодня стартовали в Казани. Такие спортивные состязания Татарстан принимает уже второй год. Это не просто соревнование, но и возможность вспомнить родной язык и культуру. Лина Зинатулина с церемонии открытия. Казанцы всего мира. У сцены 60 флагов. Многие страны на играх впервые. Великобритания, Исландия, Сирия, Иордания. Это дети, которые родились кто в России, а кто уже из-за границы, но объединяют всех русские корни. Папа, он и итальянец, и когда я, мама и я, мы говорим всегда по-итальянски, а когда только я и мама, мы всегда по-русски. Мы чувствуем сильный прилив патриотизма, мы чувствуем радость, что мы снова вернулись на родину, мы чувствуем небольшую радость, что мы на неделю дней пропускаем школу, и, конечно же, мы чувствуем гордость за нашу страну, что мы можем вот так вот приехать и показать наши две страны, и Сербию, где мы живем, как нашу родину, и Россию, как нашу вторую родину. На второй родине участников игр ждет и культурная программа. Уже сегодня они возложили цветы к мемориалу героям Великой Отечественной войны в Парке Победы. Впереди посещение казанских школ, интеллектуальные игры по русскому языку. Они здесь общаются на русском языке, находят своих друзей, с которыми тоже на русском языке общаются. И как раз уезжая после этих игр, они опять же на русском языке разговаривают, и потребность у них у самих появляется в изучении русского языка. Огромное спасибо руководству Республики Татарстан, городу Казани. Вы видите, как здорово они нас принимают, что мы не хотим менять это место. Нам здесь весело, нам здесь хорошо, удобно, красиво и очень хорошо проводятся соревнования. В ближайшую неделю участники будут соревноваться в 7 популярных видах спорта. Волейбол, баскетбол, шахматы. С этого года еще и художественная гимнастика. Игры продлятся до 19 мая. Лина Зинатулина, Амир Зальшев, ТНВ, Казань. На старте татарская порода лошадей в Лениногорском районе прошли народные скачки. В жизни таких коней называют упрямыми, но на беговой дорожке они покорны воле седока. Как лениногорцы прожили один день из жизни своих предков и кто пришел на финиш первым? Салават Мухаммадуллин. В первый раз на первый старт. Это самые молодые лошади татарской породы. Им нет еще и 2 лет. Дистанция 3600 метров. По словам коневодов, для достойной лошади это сущий пустяк. Достойная лошадь, она, значит, должна проходить и зимы не бояться. Она должна и себе корм находить, и в то же время конь сам по себе боевая единица, и поэтому у каждого это было как гордостью иметь хорошего коня. Худощавое телосложение – козырь татарских лошадей. Скорость и выносливость – качество, за которое их особенно ценили кочевые народы. На народные скачки приехали скакуны Высокогорского, Сабинского, Заинского, Алькиевского районов, а также клубов из Челнов и Казани. Всего больше 30 лошадей. Всех поделили на категории 3, 7 и 10 километров. Их победителями стали наездники Виктор Леонтьев, Самат Набиуллин и Азалия Ахметвалиева. Они хоть и маленькие, но они более упрямые, тяжелее поддаются обучению. Зато когда обучишь, они такие спокойные. Детям как раз таки не лучше относятся, чем чистокровные. Чистокровные больше взрослых воспринимают. Скачки проходили в рамках национального праздника тюркских народов Байга. Его возрождение – идея Фарита Набиуллина. Уже 8 лет он разводит лошадей татарской породы. Еще год назад он говорил нам, планирует довести поголовье до 300 скакунов. Сегодня коневод повысил планку. Вообще с 2 лошадей начали, потом так растет. Но главное довести до 500. Потому что здесь рядом деревня у нас была, до революции в 1913 году, он имел 2000 лошадей. Представляете, на сегодняшний день? Так лениногорцы на один день вернулись к жизни своих предков и передали национальные традиции подрастающему поколению. Салават Мухаммадуллин, Фуат Гасим, Булат Шафигуллин, ТНВ, Лениногорский район. А его главные скачки еще впереди. В Буинской конюшне появился жеребенок. Пока малыш без имени. Местные информагентства совместно с ипподромом предложили буинцам придумать ему имя и объявили конкурс «Народный жеребенок». Все предложенные варианты рассмотрят, отберут понравившиеся 5. За них и будут голосовать в соцсетях. Победитель отправится на ипподром и получит в подарок прогулку на лошади. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». А сейчас спорт и прогноз погоды. До встречи в 21:30.
Nissan дешевле на 21%. Да, если в автоцентре «Марка». Дарим небывалую скидку на новый Nissan. Сигнализация в подарок. Звоните 4-5-3-1. Либридерм сероцин для тебя. Для меня. От прыщей номер один для меня. Для тебя. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Начиная свой день, мы ставим перед собой новые цели и задачи, которые, на первый взгляд, кажутся простыми. Но они немного сложнее для людей с ограниченными возможностями. Не ограничивайте себя в выборе сотрудников. Поймай момент. Своя квартира с ремонтом от 4 миллионов 570 тысяч рублей. Жилой комплекс «Лесной городок». Если вам отказывают в кредитах, приходите в «Деньги мигом». Здесь 9 из 10 обратившихся получают одобрение. «Деньги мигом» – хорошая история. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Самый успешный для российской команды чемпионат Европы по тэквондо завершился в Казани. Наша сборная команда значительно улучшила показатели прошлых стартов на 6 медалей. 4 золота, 5 серебра и 6 бронзовых наград. Практически в каждой весовой категории местные спортсмены оказывались на вершине пьедестала почета. Большие надежды возлагали на татарстанцев Рафаэля Камалова и Юлию Мьюц. Но до решающих поединков наши, к сожалению, не прошли. Зато удивили друг другие среди призеров молодые тэквондисты нашей страны. Все они заработали зачетные баллы для следующих Олимпийских игр в Токио. Достаточно удачно выступили именно молодые спортсмены. Здесь надо отметить, что, конечно, в первую очередь мы понимали, что у нас есть кандидаты на Олимпийские игры. И очень важно, чтобы они завоевали медали определенного достоинства. Тем временем футболисты «Рубина» завершили сезон. В последнем матче чемпионата России казанцы сыграли в Краснодаре в ничью с одноименным клубом. Более мотивированные кубанцы открыли счет первыми. На 56-й минуте с передачи Федора Смолова забил Павел Мамаев. Проигрывая, «Рубин» заиграл в атаке намного активнее и мощнее. Усердно старались Евелин Попов и Сардар Азмун. Болгарин и иранец помогли казанцам спасти матч. Но последний пас в самой концовке встречи Азмуну сделал румын Инаки. С правого фланга и Азмун головой вогнал мяч под перекладину. Один в результате «Рубин» финишировал на 10-м месте среди 16 команд. Большие гонки вернулись. Казань-Ринг в эти выходные принимал состязание всероссийского масштаба, этап Кубка страны по ралли-кроссу. За призовые места боролись 70 пилотов из Татарстана, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Тольятти и других регионов России. Автомобилисты боролись за звание лучшего в группах, распределенных по мощности двигателя. Количество пилотов доказало, автоспорт в стране набирает обороты. В списке золотых медалистов 4 гонщика. Амирхан Файзрахманов стал лучшим в юниорах. Михаил Путятин в категории 2ДН. Михаил Симонов в супер 1600 и Савин Егор в заезде национальной. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Погода в Татарстане продолжает радовать по-настоящему теплыми летними днями. Подробнее после полезной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет солнечно, днем до 23 градусов выше нуля. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также тепло, плюс 23, переменная облачность. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске местами возможен небольшой дождь и 22 градуса тепла. На северо-западе без осадков и плюс 23. Солнечная погода на юго-западе республики, тут до 24 градусов.
В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше, переменная облачность, без осадков и 23 градуса. В последующие дни солнечный антициклон будет радовать нас сухой и ясной погодой. Спонсор показа ООО «Челны-Кировец» предлагает услуги по капитальному и текущему ремонту тракторов «Кировец». Производит продажу тракторов К-700 и К-701, также запасных частей к ним. На предприятии «Челны-Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны-Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Цветоводы Казани приглашают всех на ярмарку цветов во Дворец химиков 15-16 мая. Приобрести посадочный материал и получить консультацию специалистов вы сможете с 10 до 18 часов. О погоде в столице. В Казани будет солнечно и сухо, 22-24 градуса. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.